Так, это Марс. Так, это Марс. Что Марс? Марс 17 сентября 6.01 по Киеву в Харькове. Раненько с утра. Появилась у меня возможность его поснимать. Да, точно, ледники слева сместились. Вечером я снимал. Перед ночью. Были леднички Марса на Южном полюсе. Были аккурат внизу. Так, должен влезть в кадр. Вон влезает внизу. Потрясающе быстро перемещается по экрану. То есть все ближе к Земле. Сейчас 66 миллионов километров будет 13 октября в момент противостояния с Землей. 62 миллионов километрах Марс от Земли. Ну, соответственно, объект, который движется за скоростью, ну, грубо говоря, от фонаря 100 километров в час и находится по горизонту, находится при этом от вас в километре, производит одно впечатление скорости, угловое смещение одно имеет, а если с той же скоростью 100 км в час этот объект находится от вас в 100 метрах, он проносится через кадр моментально. Понятно, да? В чем разница? То есть когда, если будет погодка, будем снимать Марс через месяц, 62 миллионов, он будет смещаться, перемещаться еще быстрее по кадру. Вверх, вниз, параллельно горизонту, по диагонали, в зависимости от того, когда мы его будем снимать. Но значительно быстрее. Так, пошли Венеру зацепим. Чувствую, следующий дубль уже придется снимать, ориентиры для себя ища на Земле, чтобы попасть в Марс. На слишком светлом небе. Так, Венера вверх ползет у нас. 145 миллионов километров до нее. Она как раз таки удалилась существенно с момента последней моей съемки от Земли. Но все равно не посмотрю, прошло уже минут 10 с последней съемки, небо гораздо светлее стало, но сияние все равно от Венеры идет. Ну, тоже резвенько движется. По экранчику. Да. Надо же, абсолютно минимальное ISO из возможных. Здесь искусственная засветка кадра. На улице много светлее, чем камон, еще вот себе. На камеру сел, ты представляешь? Иди в берлогу, комар. Уже зима на носу, на хоботке в твоем случае. Так, ну ладно, по-моему, надо на Марс смотреть. Венера-то красавица, конечно, но сейчас и далеко от нас, явно пересвечена. А, уже так просто не обнаружишь на светлом небе. Марс, мы сейчас попробуем прицелиться. Вон в окуляр уже вижу. Да, солнце уже там где-то встает на горизонте.
на восходе, а мы смотрим на юго-запад. По-моему, в более плотные слои атмосферы земной. Опускается Марс, ну, в смысле, мы смотрим на него через более плотные слои атмосферы Земли. И становится все меньше, все хуже и менее резко его видно. Ну, сейчас резкость попробую чуть-чуть поиграть. Кадр, по идее, да. Идея правильная. Странно, почему я Фобоса не вижу. Ни в ночном небе, ни в рассветном дневном освещении. Фобоса не наблюдаю. Ну, небо не идеально чистое, есть дымка. Ладно, подождем минут 5, попробуем снять на пределе обнаружение 6.08 по Киеву, в Харькове. Там встает еще и луна, уже встала. Но она сейчас новолуние, и снимать там, в общем-то, нечего.